что отмечается Миша. И действующая рекордсменка России сразу в двух возрастных группах. Это Светлана Жигунова. Легкая дорожка. Категория 55+. Вот в чем интрига заключается. Светлана уже приблизилась к плохому переходу в новую для себя возрастную группу. В группу 60+. Здесь в категории 55+ остается ее рекорд России. Минута 19:39. И, естественно, более молодые соперницы мечтают этот рекорд отбить. В частности, в этом заплыве вывод. Вот я вижу, что одна дорожка будет, да, сейчас мы разберемся. Анна Соколова, по-моему, если не ошибаюсь, не вышла на старт. Лариса Головина, пятая дорожка. Уже быстрая спортсменка. На 100 метров она выиграла свою возрастную группу год назад. Елена Лукина. Она перебралась в 50+. Была чемпионкой, сейчас 55+. Так что это вот соперничество. Двух чемпионок прошлогодних. Ну а в лидерах, все-таки... Головина сейчас, как я понимаю, да? Она помоложе на 3 года, чем Светлана Жигунова. Остается совсем немного, остается до финиша. И действительно, Лариса Головина побеждает Светлану Жигунову в очной борьбе. Минута 24:94. Умничка. Результат Жигунова минута 25:48. Смотрим на рекорды и понимаем, что Светлана Жигунова, конечно, проиграла своей более молодой сопернице. Ну вот ее переход, как мы ожидаем, в категории 60+, вот там все шансы, в том числе рекорды Ларисы Маговицыной, побить Светланы Жигуновой будут. По крайней мере, вот с такими результатами однозначно. Какие она сегодня показала. Лариса Головина становится новой чемпионкой России в этой возрастной группе. И Лариса Головина в прямой конкуренции Светлана Жигунова выиграла. Но рекорд остался неизменным. Также принадлежит Светлане Жигуновой. Минута 19:39, показанной здесь же в Обнинске 4 года назад. Чемпионат страны. Заплыв номер 5.